Новый клип Леди Гаги, моральная поддержка сотрудников ГАИ и честный обзор нового айфона. Об этом расскажем прямо сейчас. Американская певица Леди Гага выпустила новый клип. На этот раз экранизировать решили композицию Perfect Illusion из нового альбома, который увидит свет 21 октября. Видеоролик, в отличие от многих других работ артистки, получился довольно традиционным. Здесь нет ни странных нарядов, ни провокационных тем. Правда, особо в глаза бросаются уж чересчур короткие шорты исполнительницы, но кто из поп-див нынче этим не грешит. Что касается самой песни, она посвящена разбитому сердцу, и на фоне недавнего расставания девушки с женихом, слова композиции воспринимаются однозначно. Фанатов клип однозначно порадовал как минимум тем, что он есть, ведь предыдущий видеоролик на композицию «Till It Happens to You» опубликовали аж год назад. Новый iPhone разочаровал фанатов техники Apple. И музыку, заряжая телефон, теперь не послушать, да и инноваций и революционных решений в технике больше нет. Об этом говорится в видео канала Wylsacom. Напомню, проект занимается обзором новой техники, по большей части выпускаемой компанией Apple. Но на днях ребята опубликовали видео под названием «Честная распаковка iPhone 7». В ней они постарались рассказать обо всех минусах нового устройства. Ну, в общем, Lightning с AirPods — это, конечно, зашквар, зашквар. Я знаете, 99% iPhone у меня используется как одновременная зарядка и прослушивание музыки. И теперь мне эту возможность отбирают, и Apple не дает мне ничего взамен. Это была рубрика «Хэштег интересно». Будьте активны в сети. Не забывайте про реальную жизнь. Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram. И помните, интересное всегда рядом.